Это же не один автобусный маршрут отменили. Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже это не серьезный подход к делу. Это же касается там тысяч людей. Это касается производств. Люди едут на работу, либо не едут туда. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? А теперь вы говорите, нужно еще 2 месяца для того, чтобы эту проблему закрыть. Или, если там, где они в состоянии сделать это самостоятельно, нужно отрегулировать это таким образом, чтобы это было сделано. Но сделано немедленно, не дожидаясь там...